Я, конечно, понимаю, что вы в свое время отдали в свободное плавание новый коллектив, да? Чему они научились? Что у них хорошо получается? И чему вы рады? Потому что все началось от вас? Ну, во-первых, я хочу сказать, что я очень рада, что в свое время они действительно решились на такой шаг и стали самостоятельным коллективом. У них очень много интересных задумок, творческих проектов. И я с интересом наблюдаю каждый раз за их новыми концертными программами. А вообще у них есть очень большой потенциал, потому что детки – это всегда будущее коллектива. Все-таки вы коллектив индийского танца, а это все-таки танцы, более восточные танцы, да? Что у них нового появилось? У них появились новые направления, такие как ориенталь фолк. Это очень интересное направление. В нашей стране оно только начинает развиваться. У них есть очень интересные задумки в ориенталь-шоу. Это всегда праздник, это всегда зрелище. Ну и, конечно, традиционный Болливуд всегда приводит меня в восхищение. Это фееричные номера, очень яркие, очень необычные. 10 лет – это только начало, это маленький срок. И я думаю, что этот коллектив будет отмечать и 25, и 35, и будет существовать до тех пор, пока будет существовать руководитель. Ну а там подрастут ученики, а Светлана останется как консультантом.